Акции по выкупу огнестрельного оружия в Актобе традиционны. Однако одна никогда не повторяет успех или провал другой. Результаты, как правило, чередуются. В этот раз, как говорят полицейские, им везет и на качество, и на количество. Сотни актюбинцев с весны избавились от обрезов, ящиками несут и патроны. Этот список разбавляют взрывчатые вещества. Все это сейчас хранится в специальном помещении ДВД области, а эксперты спешат с оценками. Добрая часть того, что сдали актюбинцы в рамках акции, взрывается и стреляет. С начала акции, республиканской акции проводим по выкупу у населения незарегистрированного оружия и взрывчатых веществ. На сегодняшний день по области сдано 324 единицы огнестрельного оружия. Из них 37 единиц – это оружие с нарезным стволом и 286 – гладкоствольное оружие. Также более 8 тысяч у нас единиц, то есть патронов к нарезному оружию. И более полкилограмма взрывчатых веществ. Акция по выкупу незарегистрированного оружия стартовала в апреле этого года. Видя, насколько она результативная, наверху пока не спешат ее завершать. Параллельно населению разъясняются правила добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Для этого всего-то необходимо обратиться с документами и ружьем, патронами или взрывчатым веществом в полицию. Затем, если экспертиза признает, что сданное добро в отличном состоянии, за него полагается денежное поощрение. Сейчас в ДВД отмечают, в рамках нынешней акции на раритетные вещи пока не везет. Тем не менее, каким бы древним или оригинальным ни было оружие, если оно стреляет, то все равно пойдет на переплавку. Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт».